Зоя, мне очень приятно с вами познакомиться. Меня зовут Зоя, я из Новосибирска. Да, я это уже слышала. Да. У вас очень красивые черты лица. Спасибо. Да, благодарю, я очень, знаю. Вы такая вообще притягательная. Расскажите, пожалуйста, как давно вы в Файфласе? Почему вот. Вы... Год, да? Да. А что привлекло, почему пришли? А ничего, вот эта подружка привязалась, мне отделаться захотелось. Я взяла бейсик. Решила, я много путешествую, поэтому решила, лишь бы только это, отстали от меня, нет. А уже куда-нибудь ездили? Использовали? Да, конечно. Где были, где отдыхали? На Кипре мы отдыхали. А в декабре я сделала апгрейд, взяла лайф и после этого начала работать. Вау, лайф, лайф, умница какая. Сейчас работает. Как наше мероприятие в Кабулете? Ой, супер! Вообще супер, да? Супер, это вообще что-то. Вообще, конечно, те, кто не поехал, они много потеряли. Очень много. Да, очень да, много. Я тоже согласна. Ну, это вообще. Согласна? Я вообще рада, и мы молодцы, что приехали. Ой, это вообще не то слово. Вообще, потрясно, потрясно. Такое бывает раз в жизни. Вокруг только успешных людей. Да, вообще просто. Это такое прорывище. Вообще. Да, сколько откровений получили. А столько новых идей. Да, да. Вот в этом, вот в этой всей игре сегодняшней именно. Вчера, само собой, но сегодня особенно. Столько открытий, столько желаний, столько мечт открыл, столько целей. Каждый день по-своему вообще интересен. Да каждый не выделишь, какой лучше, какой хуже, не выделишь. Да, да, да. Всех а когда мы в 6 утра делаем зарядку, плаваем в море, которое тебя обжигает, и выходит, от тебя вообще пар клубит, и ты не хочешь даже одеваться, это вообще это сказочно. А потом сауна. Мы еще по травке бегали босиком, да, солнце обнимали, насыщались энергетикой. Я помню, это был первый день нашего свидания. Да. И, конечно, такая вот гордость за то, что мы такой вот сильной ветки, за наших спонсоров. За спонсоров, благодарность такая. Это вообще что-то. Да, переполняет. Вообще все выступающие спикеры, это просто супер. Вот я каждому очень хорошая благодарна. Хорошая команда, просто молодцы. Да. Так подготовились. Сумели создать. Столько вообще всего было потрясающе интересного, как люди делились своей энергетикой, своими наработками. Ну а Сергей Тишко, конечно, больше всего поразил, да, вот это отношение к жизни, там, мировоззрение. Мне кажется, вот то, что он говорил, это уже можно электронную книгу. Электронные книги у нас уже у всех, да, в видеозаписях. Точно. Он говорил, вы можете книгу написать, все, по-моему, у него уже есть. У него, ему писать надо. Да, для нас инструкция. Очень много мудрости. Я очень тоже рада, что приехала. Вообще столько. И, конечно, знакомства, столько потрясающих людей, сильнющих, таких лидеры, такие, скажи. Да. Вообще просто потрясающе. Здорово. Да. Да. Классно. Да. Зоечка, очень приятно познакомиться. Да. Все, классной вам там баньки. Да, хорошо, спасибо. Пока-пока. Пока-пока. Счастливо.